не обозначена Каменка на географической карте. Но уже не только в Ирбейском районе, но и в крае хорошо знает фольклорную группу из этой деревни. Объединила людей любовь к песне. И теперь, чем бы ни были они заняты днем, вечерами неизменно собираются в клубе. Вспоминают старинные обряды, готовятся к концертам. Герой социалистического труда, депутат Краевого совета, доярка Галина Алексеевна Козыдуб, тоже всегда с земляками. Ну, здесь мы работаем уже давно вместе, поэтому как жились и сработались, и в настоящее время вот получилось у нас коллектив дружный. Мы поем уже не первый год, а больше. И эта песня в жизни помогает очень многое. Когда поешь, ведь забываешь все, то, может быть, и какое-то такое переживание, или, может быть, горе, или что-то. Поэтому песня, по-моему, помогает всем в жизни очень хорошо, в работе даже. Слаживается песня, работа. Береза, береза, береза. Работают каменцы так же, как и поют, на славу. Количество у нас новое.